центральный район Москвы. Пахотцы – это Пахом, город Терногорский, современный большой, до сих пор не было центральной свалки. Все, что у нас находилось, это большие ямы, где мусор перемешан с шлаком, как он скапался в землю. Печально, но вот такая ситуация. Поэтому очень большая надежда, что свои развития, свои решения в этой истории будут национальны. Еще одним хорошим знаком, что сегодня проект строительства нашего будущего городского полигона Бегов будет вами поддержан, я считаю, является то, что сегодня, 14 мая, свой юбилей отмечает один известный американец. Его зовут Майкл Цукерберг. Да, это по памяти, значит, основатель сети Facebook, социально известный, влиятельный человек, он родился 14 мая 1984 года. Ему 35 лет, состояние составляет 71 миллиард долларов. Я посчитал, 200 годовых бюджетов по кассе. То есть я думаю, что мнение человека, который может 200 лет содержать по кассе, кто-то прислушаться, а лучше, что он говорит на ситуацию, похожую на нашу. В мире, который очень быстро меняется, единственная стратегия, которая гарантирована по тексту провал, это стратегия не рисковать. Проект, который мы сегодня будем рассматривать, за народ, он в принципе очень амбициозный и даже в какой-то степени рисковый. Делать деньги из мусора мы не умеем, к сожалению. Хорошо делать деньги из мусора наши партнеры на Западе, вот, в России, это в лучшем случае перерабатывается 10%. Поставлена задача президентному правительству в 2024 году до 60%. Задача святая, но, к сожалению, у нас пока рентабельность даже тех 200 существующих предприятий по переработке мусора в России, она колеблется в районе 1%. Это для меня поручников, мы все понимаем, что рентабельность переработки сегодня зависит от многих факторов, главным из которых является цена на тот сырье, условия доступа переработчиков к отходам, стоимость инфраструктуры к обращению с отходами, а также объем образования отходов, даже структура самих отходов очень сильно влияет на рентабельность проводимого бизнеса. Вот. И мы с вами в ближайшее время будем эту сложную задачу решать, ведь очень много неизвестно. Почему я это говорю и что я хочу сказать применительно к городу Свиноводу? Потому что вот, для Свиноводска это очень принципиально важный проект. Я думаю, что три вещи, цель на букву «Э» начинается. Это экология, экономия и энергия. Экология. Я поставил на нем цикл Свиноводска, центр знает, я сказал, потому что это большой аквамат, который мусор перемешан с шлаком находится. Город мусора. Вся сеть в пакетиках в своем суду, когда мы с вами называли, могу сказать, что мы не можем увидеть эту вещь. Слава горит. 9 мая день победы свалка загорелась. Параллельно с нами горела свалка на Табакане, периодически и в Израиле происходит на свалке Черногорске. То есть так дальше жить нельзя. Потому что мы не обязаны сейчас научиться заниматься мусором, как положено. Как положено. Вот. И то, что сейчас 60% стоит из переработки к 24 году, это очень хорошо. Но до 24 года еще нужно дожить, 5 лет у нас есть. И даже в 24 году мы будем 60% перерабатывать, а 40% мусора куда девать. У нас нет полигона, нормально. Вот это главная проблема, я так считаю, что должна быть наша совместно решена. То есть экология, это гигантская часть экологии, которая свалки горят. Экология, здесь все очень просто, об этом можно подробнее рассказать, что сам автор идеи инвестор, в нашей работе предприниматель, в чем черное преимущество проекта, это хакасный предприниматель, это не московский предприниматель, это хакасные деньги, которые останутся здесь. Экономика. Вот вчера я говорил по телефону советника Валентина Олеговича Бурмистра Александра. Спасибо ему большое за то, что он достаточно качественно отработал по части размера тарифов по фунту республики. На Свиноводске на 30% понизили. Он говорит, я спрашиваю, какая доля транспортных расходов сейчас за счет структуры тарифов на Волосунце? Он говорит, смело говорю 60-70%. 60-70% транспортировка. То есть картина какая? Свиноводска каждое утро выходит группа мусоровозов, которые везут мусор непрессованный за 120 километров, потом за 120 километров он еще все возвращается. Город Свиноводск. То есть это, я считаю, слишком такой городской Свиноводск, большая дорога для населения. У нас есть семьи, которые платят примерно 30-40% сейчас за вывоз мусора, а от того тарифа, что они платят за тепло. А что будет дальше? Что будет дальше с этим ЛДЦ? Об этом просто хотелось бы подумать. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, это энергия. Мы все понимаем, что без раздельного сбора мусора вообще вот эта идея даже, то, что прописано в разных концептах, она не будет работать. Будет человек будет собирать сейчас мусор раздельно, куда он выделит на кассе. То есть кому нужен промышленных масштабов? Этого нет. Я думаю, что вот все наборки полигон, если мы его поддержим, станет той точкой роста, станет такой инноваторской мощной площадкой,
деятельности, другие заниматься активной расследованием сбора мусора. Но и мы надеемся, что экономика позволит этому предприятию, этому проекту существовать. Очень много вопросов, на самом деле, потому что вы их сможете задать непосредственно бизнесменам. Моя задача, как человек, который живет в городе, которому не безразлично жизнь ценоговки и бюрократии, поделиться своими переживаниями на эту тему. Конечно же, мы будем обращаться за помощью Министерства природных ресурсов для того, чтобы было сопровождение части, касающейся организации этой площадки. Эта площадка у нас есть, 14-го года, там все испытания были пройдены. К сожалению, прежде проводились аукционы по инвесторам. Никто не пришел, последний аукцион проводился в феврале месяце. У нас за городом есть площадка 25 гектаров, она выделена, там есть границы. Пожалуйста, приходите, занимайтесь работой с отходами, обращением с отходами. Мы хотим увидеть ее за границы города, для того, чтобы там можно было заниматься изготовлением, никто не приходит и не придет. Поэтому я бы хотел закончить словами хорошего нашего юбиляра, товарища Марка Купергена, который говорит: «Люди хорошо, что вы говорите, им интересно, что вы делаете». Давайте сделаем другом, проверим все возможности, поможем другу за нагрузку. Спасибо за внимание.